Итак, полуфинальная игра. Комментарий Юрия мне не понравился. Буду как умею сам. Я смотрел эту команду в другой игре, понравилось. Ну, в смысле, не понравилось. Хорошо играют. Параллельно идет вторая полуфинальная игра. Так что можете все слышать и видеть. Блин, пропустил гол из-за звонка. Что-то с игроком. Отключаюсь. Найн-найн. Мы ведем 1-0, но из-за звонка входящего я пропустил этот гол. Виноват. Очень удобно снимать мяч у наших ворот. Андрюха сегодня определяет, кто у нас лучший, а кто еще лучше. К определению лучший еще появилось определение красава. Это все о Жеке. Волнуется, что ли? Что за вынос мяча?
Дима неуверенно играет, вратарь. Опыта мало. Нажми, Дима, помоги, блядь, вдвоем заберите мяч. Иди ускоряйся, Макс, никого нету. Сам пошел. Что у меня за привычка следить за игрой, не следить за мячом? Действительно, браво, молодец, Дима. Заявка на финал. Лучше сменился. А там кальянят, ребята, в полный рост. Чернявенький легко, Шурик обижал.
Макс, твой. Лина, там игрок. Давайте пить. Не знаю, шел в ворота или не шел, но все равно Дима сыграл великолепно. Лучше перебдеть. Вдвоем! Артист! Говорит плечо. Так, я отключусь. У меня зарядки мало. Yeah,